качественно. Е-бой. Блатчатки катит на самом бичевском борде. Взял на прокат какой-то дешман. 45 штук за прокат отдал. Ох, как катит-то замечательно, ребят. Сейчас догоним Титосика. Заценим, как он перекатывается. Шел 10-й год его тренировок. Короче, не успел снять бегать, но сниму Влада. Вы смотрите, чего не занимается. Точно так же Влад залез из Кельмези в КСПБ. Все, дорвались в парк. Влад, топи, топи, Влад. Вот он едет, наш герой. Смотрите, как чему научился. Ну, концовочка должна была быть такой. Че скажешь, он на опыте уже, да? Почти карминг, ребята, это уже опыт. Или паркинг все-таки. Да не ссы, я не хлебусь. Я же на опыте. Я видел в видосах такие фейлы, кстати.